Сегодня ночью в столице около 100 человек в балаклавах и масках пытались захватить торговый центр «Магеллан». Сначала парни захотели зайти вовнутрь, но их не пустила охрана, которая забаррикадировалась внутри. Захватчики решили не оставаться в долгу и также забаррикадировали все входы автомобилями. Затем рейдеры рассредоточились вокруг здания торгового центра. На место событий приехала полиция. Копы составили протокол о нарушении общественного порядка. Никого не задержали. Сейчас ТРЦ работает, закрыто только помещение супермаркета.